26 апреля 2002 года в Санкт-Петербурге состоялся турнир М1 «Россия против всего мира 3». В главном бою вечера выступал еще совсем молодой, но уже очень мощный и техничный боец из Голландии Алистар Аверин по прозвищу «Разрушитель». На его счету к тому времени было 8 побед в 11 боях, и предыдущие два поединка он провел против Станислава Нущика и Романа Зенцова, выиграв у обоих в первом же раунде. Его соперником в главном бою вечера стал Сергей Козновский. Российский боец, отличавшийся богатырским двухметровым ростом и мощными ударами, которыми он отправлял своих соперников нокауты. Всем стилям ведения боя Козновский предпочитал старое доброе рубилово в обмене ударами. На момент боя с Аверимом у Сергея было 4 победы и 4 поражения. Друзья, как вы уже заметили, турниры М1 богаты на самые невероятные исходы, зрелищные поединки и жесткие нокауты. Мы собрали для вас лучшие бои в нашей 23-летней истории. И каждый день публикуем новое видео. Поэтому, чтобы не пропустить очередной шедевр из мира ММА, обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Поединок начался. Последний бой сегодняшнего чемпионата. Коленом бей!